природе у них с шерстью все в порядке, она не вываливается ни капельки. Вот когда живешь и тебе надо самому убирать, то тут уже все. Уже... Открывается, я захожу, и дверь резко захлопывается. Это что за довольная девочка такая, а? Или горлодер? Да, нам нельзя хренодер, горлодер. Марти, что за дела? Я вообще-то ловила тебя, как ты, ел на полу рыбу. Мой кусок причем. Всем доброе утро. Я не могу налюбоваться этой красотой. Столько снега выпало. Очень у нас красиво за городом. Деревья просто сказочные. Сегодня еще, думаю, пойдем гулять. Тоже засниму. А сейчас у нас сегодня суббота. Едем на тренировку. Так, Стаса, я ключ там взяла. Где Стас? Меня далеко? Просто ключи так далеко. Да, ты меня закрыл. Ты не хотел, чтобы я ехала на тренировку, наверное. Какие пушистики. Вас. Просто рюкзак для всех случаев жизни. Ты какой обычно ставишь? А? Ты какой обычно скорость ставишь? Бегать? Да. Да, мы сейчас, ну, не знаю, 8, наверное, 7, 6. Очень медленно. 4 там размяться. А ты ходил на этот, на велосипед, на который я сейчас иду? Да. Мне очень нравился. Да. Стас меня порекомендовал на групповую занятие сходить. Никуть. Такой отработанный прием. Возвращение домой называется. Подожди, посмотрим, как парни ждут. Вуаля! Так, мальчик, привет! Привет. Ну, короче говоря, теплая встреча, не сильно информативная. В общем, ждали, не набедокурили Ника. Мы играем сейчас с ними в режим полного доверия. А посему... Так, прибавил немножко яркости. Вот смотри, как я отмыл адресники. Блестят. А сейчас мы занимаемся, начнем заниматься. Вот парни уже готовы в ожидании. По часухе делать. Под шерсток и шерсть удалять. Идите ко мне, Сычка. Иди ко мне. Хорошо. Молодец. Давай аккуратненько. Начнем. Может, не у диванчика, а? Мы начинаем наши процедурки. Могу тебе сказать только одно, что на природе у них с шерстью все в порядке. Она не вываливается ни капельки. Не сыпется по квартире. Все замечательно. Ну, так, чтобы как всегда, такого нет. Молодец. Ну давай выйдем из тени-то. Выйди из тени. Сейчас собачки у тебя, Вероника, похудеют в два раза. А пока их чешу, и я. Молодец. Хорошо. Подожди. Тихо. Так, Сэдди, что за паника у нас? Так, парни, к нам кто-то пришел. Да. Сторожевые псы на охране границы. Квартиры. Да. Ну, заслужили еду. Заслужили. Молодцы. Ну, Вероника, я тебе хочу сказать, что чувствуют они себя неплохо. Они в своей домашней обстановке. Они со знакомым им дедушкой. Они такие красавцы. Из меня веревки пытаются вить. Ну, Тавка-то еще более-менее там что-то разговаривать пытается. А Сэдди, конечно, манипулятор еще тот. Редкостный. Я отдыхаю душой. Развлекаемся как можем. Завтра я их еще почешу. Вычешу все это. Так, парни, сидеть. Так, Сэдди, иди сюда рядышком. Сидеть. Тафа, сидеть. Хорошо. Так, давайте обращение. Смотри, как я им эти... Адресники настирал на воздухе.
Мы едем домой, параллельно мы слушаем по TLC. В декабре выходило видео Леди Гучи. Да, как тебе тут выбираются. Какие молодцы. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек, короче, фигачит. Говорят, плохо убирать в Санкт-Петербурге. Вон шесть человек какой-то кусок убирают. Мы это засняли. И это только этот кусок шесть человек убирают. А что в других кусках происходит? Но это мы не знаем, поэтому будем верить тому, что действительно хреново убирают. Не очень хорошо. Не очень хорошо убирают, да, да. Ну а кто лучше себя уберет, чем ты сам? Вот когда живешь и тебе надо самому убирать, то тут уже все, уже сам должен убирать. Уже не будешь говорить, плохо убирает там кто, без усов товарищ. Вот, можешь говорить, тот, кто побрился, тот и плохо убирает. Ну так. Тут наступление Станислава. Да. Расскажи, пожалуйста, как тебе фильм «Дом Гуччи»? «Дом Гуччи»? Мы сам фильм? Ходили, да. Да, фильм показался очень интересным, во-первых. Во-вторых, он прошел. 3 часа пролетели как одно мгновение. То есть не было даже представления о том, что фильм 3 часа. Обычно при таких фильмах ты думаешь, ну когда уже закончится или ну что-то там хочется. А тут прям раз и на одном дыхании. Вот. Но немного скомканно. Но с другой стороны, как можно быстро рассказать такую большую историю? Это тогда, получается, надо сериал было снимать им. 5 сезонов по 10 серий. Тогда мы бы что-нибудь более подробно узнали. Ну, может быть, кстати, и снимут. Но это не точно. А сейчас мы смотрим Патрицию Реджани. Ее... Историю на TLC. Пока мы едем, я слушаю, Ник смотрит. Да. А сейчас мы едем в стэк забирать посылочку от наших дорогих, любимых. Доксидин. Доксидин, да. От Доксидина мы забираем. Ира с Ильей нам отправили. И самое интересное, что они, мне Ира пишет, посылка уже в СДЭКе. Я думала, что я заберу в один день, в итоге у меня ничего не получилось. И я отправила посылку, когда была у папы. И получилось, что она ее забрала раньше, чем я. А еще сегодня со мной приключилась новая история. Я когда выходила со спорта, я вызвала лифт. Он только открывается, я захожу, и дверь резко захлопывается. И я, чтобы защитить плечо, подставила руку. И мне так больно, мне до сих пор болит. На самом деле, надо было мне подойти к стойке регистрации, сказать, что случилось, что за дела. Может быть, мне дали какую-нибудь компенсацию, не знаю, на поход в солярий на 5 минут бесплатно. Но потому что реально это было непредсказуемо. Не то, что я стояла там, ковырялась в носу полчаса, я такая решила зайти. И она резко закрылась, просто. Резкая дверь была, да? Да, это все Меркурий. И Дерз, нет, Байконурская. Нет, я про ретроградный Меркурий. А, ретроградный Меркурий, ретроградный, да. Байконурский. Ретроградный Меркурий. Я привыкла, что у меня турникет иногда не считают за человека, но чтобы лифт... Ну, турникет рассчитан на кого? На взрослых. Больших. На высоких. Да. На высоких. На высоких больших взрослых. А ты у нас взрослый, но маленький по росту. Да. Да. Ну и что, мне шикарный рост. Да. Я, на самом деле, всегда хотела быть как мама. У меня мама была где-то 1.65 м. Мне казалось, вот это просто идеальный рост. Ну, чуть не наросла. Ну, почему? Каблуки и все. Я, слушай, на каблуках вообще не помню, когда бы с ней расстояла. Мы, кстати, едем в Москву на свадьбу к моей подруге. Тебе надо вспомнить, как на каблуках ходить. Да, надо будет каблучки. Так надо заранее, получается, потренироваться. Ну, все, в понедельник пойду там... к папе, или когда во вторник, и встану на туфли, буду ходить. Там же икры, там что-то еще, что-то. Ну, что я их подкачала, у меня там все. Да, нет, ничего не болит. Там болит, если неудобно обувь, по сути. Так что ладно, в общем, мы тут в пробочке немножко, в небольшом заторчике. Все, посылочку забрали, сейчас приедем домой, ее откроем. Это что за довольный песик? А? Котя? Это что за довольная девочка такая, а? Оп, и все. Довольная девочка какая. Я думаю, что не я? Ой. Да, да. Сейчас начнутся опять комментарии. О чем? Ну, ты подкармливаешь чужих. Кто-то пишет, молодцы, кто-то пишет, что... Два лагеря? На самом деле, тут я могу согласиться со всеми, потому что тут палка двух концах. Разные истории бывают, но... А какая палка может быть?
о каких концах? Собаки потом начнут, не знаю, там, с моими собаками драться, еще что-то. Каким образом? Они же не пересекаются. Не, ну была же история, когда они к нам подошли, они гавкнули. Ну, потому что там один... Один защищал свою самочку. Ну да, там была стычка, когда у него была течка. А так, я не одна подкармливаю. У нас вот с той стороны тоже кормят, они хорошо уже знают. Откуда ты знаешь, что кормят? Ты видела? Видела. А, ну все. Я помню, что я пришла с едой, и тут кто-то там что-то свистнул, и все собаки... Побежали туда? Да, и я такая типа... В смысле, а как же я? Не знаю, мое сердце, оно это... Мне спрашивали, а что вы будете делать, если они родят щенков? Я ничего не буду делать. Так они, это же дикие собаки, они сами знают, как все делать. Да. Плюс помогли собачке. По моим ощущениям, мне так спокойнее. Я не могу, когда собаки смотрят голодными глазами, и когда они не могут добыть какую-то. Ну да. Ладно, пойдем? Да, пойдем кушать. Пойдем кушать. Так, нам дали социально ответственное задание. У нас вот снег упал с крыши, поэтому нам, наверное, будет сложно пройти. В общем, у бабушки там холодильник, который старенький, и который нужно проверять, как он работает, потому что там хранятся продукты. Продукты. Холодильник морозит. Морозит. Ну, баночки всякие. Да, да, посмотри, что там бабушка. Морозилка. Молодец. Наготовила. Смотри, сколько бабушки тут всяких заготовочек. Это хренадер или горлодер. А нам нельзя хренадер, горлодер? Я не знаю, надо предварительно запросить разрешение. Ну ладно. Так, свет. Все. Бабушке скажем. Бабушка спит. Ой, ты тут проходила? Я думал, тут будет неудобно заходить. Снег упал. А он тут протоптался и как бы нормально. Ой. Мы ездили на залив. Гуляли. Но я там ничего не снимала, потому что мы что-то так заболтались. Полтора часа где-то гуляли. Ты рыбу ловишь? Родная, смотри здесь. Приехали на залив. Вышли. Что-то пахнет. Секунда. Так, фокус. Фокус есть. Оттуда шли. Сейчас безопасно здесь. Интересно, что там Марс с Багирой делают, ждут нас, наверное. О, у нас тут кто-то ходил. Какой-то ход. Да, вижу. Какой-то ход тут. Че, может, Багиру отпустим на улицу, как думаешь? Ложкин. Не хочешь отпустить Багиру? Он случайно тут не написал? Судя по следу. По следу, да, судя по всему. Да и пошел сюда. Хотя. Че, Багиру не будем отпускать на снежок? Не, потом ее все искать. Она убежит в панике. А мы ее будем искать, сейчас еще холодно. Ну ладно. Лезть надо опять туда. Поэтому пока что. Так, сколько у нас градусов? Непонятно. Ну сколько-то? Минус. 4-3. Вроде минус 3. А что так холодно тогда? Минус 3, да. Минус 3-4. Не знаю. Короче. Видимо, пока нет собак, Марти решил, что он будет пакостничать за Сетьку. Ну, в общем, Марти! Марти, что за дела? Что за дела? Мы так не договаривались. Ну, как так-то? Опять я забыла. Да, Костя? Да. Марти! Что? Ты же поел! Зачем ты ел? Там же вообще ничего не было, просто запах. Что? Зачем ты это сделал? Зачем? Не знаешь? А как? А кто знает? Никто? Нет, так не делается. Нет, Марти, иди объясни, что это такое? Что это за поведение? Нет, такие разговоры... Нет, ты не извиняйся. Вот берем и убираем. Не будешь убирать? Да нет. Ты лучше мне в глаза посмотри. Зачем ты это сделал? Вот это... Да стой ты, господи. Вот это кто сделал? Кто? Кто... Жопа ты с ручкой, я тебе хочу сказать, Марти. Да. Да. Чистый пол был. А теперь что? Это как понимать? А вы знаете, он как бы вот туда залезает. Вот туда. В сторону. Посмотрите на этого котика сладкого.
Мартин, скажи, пожалуйста, ты соскучился по тапочке с Эдичкой? Да? Очень. Ну ничего, скоро приедут. Мартик тут у нас и за Тафи, и за Сэдди шкодничал, да? Давайте расскажу, что он делал. В общем, я по своей глупости готовила рыбу. И что сделала? Конечно же, забыла про то, что котик может залезть на стол и украсть со сковородки рыбу. Да, так у нас и случилось. Мартик, так и случилось. Это был не ты? Мартин, это была не Багира, это был ты, Ой, что-то занервничал. Я вообще-то ловила тебя, как ты ел на полу рыбу. Мой кусок причем, не Стаса. Мой маленький кусочек взял. Скажи, ну такая вкусная рыбка мамка приготовила. Ну, конечно, я не мог отказаться. Да? Ты кот. Так, потом тут у нас... я снимала, как он в мусорку залез. Не съел, он порвал лоток из-под курицы. Потом сегодня у нас была фееричная история. Стас менял, убирал лоток, он его туда вытащил. И, в общем, пока он там менял, плюс надо было еще добавить, потому что там уже были остатки, у нас в шкафу, получается, ничего не было, кроме вот этого коврика. В общем, котик подошел, понюхал, что там Стас делает, и пришел в свое место. И, значит, я сижу, работаю за компьютер и слушаю, как кот делает вот так вот. И тут у меня срабатывает инстинкт. Я понимаю, что кот, скорее всего, сделал какое-то важное дело. Я открываю лоток, смотрю, сидит кот, но вроде ничего не видно. А потом смотрю вниз, и получается, он сел, начал писать. И, в общем, у нас тут образовалась маленькая лужа. Я говорю, Марти, ты, наверное, у нас тут за Сечку пакостничаешь, да? Или наоборот, котик решил, что это бунт, потому что он соскучился по Тафочке с Эдичкой. Ну, в общем, я так... А это он, наверное, считает, что Тафин хвостик, да, Марти? Ты любишь с Тафочкой играть. Но на самом деле, когда он так играет, он не царапает Тафи. Во-первых, он хватает как бы за шерсть. И это считается как бы вот именно игры кошачьи и собачьи, поэтому не переживайте, все в порядке. С Багирочкой так и не подружились пока песики. Точнее, Багирочка с ними. Иди посмотрите, ну давайте поставим лайк этому сладкому котику. Да? Скоро приедут мальчишки. А, Стас, надо дать им гельметики, от паразитов. Потому что псов мы прогнали. И нужно прям вот обязательно в одно время. Желательно еще нам. Так, у нас Мельбимакс это чего? Это глистогонные? Да. А сколько их там? Давай дадим. Сколько у нас тут осталось? Блин, тут... Смотрите, я ждал когда-то. Тут на одного, тут одна таблетка осталась. Так это половинчатая. В общем. Половинка для Багира. Ну, подожди, а там рядом может быть целая. Котя, тут две половинки в одной. Я сейчас смонтировала видео, которое вот вы сейчас смотрите, и поняла, что я засняла для Инстаграм распаковку, которую нам Доксидин прислали, а для Ютуба я забыла. Итак, значит, ребята нам прислали два календарика. Один для папы, я ему уже отвезла, второй для нас. Он очень классный. Так, хочу повесить его в кабинете. Кабинет, собственно говоря, вот он. У нас здесь есть такая доска. Я думаю, почему с марта у нас? Смотрите, у нас сейчас вот январь. Теперь, кстати, сегодня, когда я монтирую это видео, 28 так, января у Дина сегодня день рождения. Так что, Дин, мы поздравляем тебя еще раз с днем рождения. Посмотрите, какой красавчик. Так что повесим его сюда. Папа уже повесил. Далее, ребята нам положили три пары носочков. Это мои. Еще папе. Папе отвезла. И Стас. Стас тоже уже носит. Вот здесь я принесла их, чтобы вам показать, какие они классные. С одной стороны, один носочек у нас Доксидин. А здесь Папи Джей. Самое интересное, что даже мордочки отличаются. Ну, я имею в виду на носочках. Далее парням лакомство. Я тут была у папы на днях, но не стала тазить, потому что у меня было куча вещей. Я подумала, что когда мы уже привезем их домой, мы обязательно им дадим. Это у нас лакомство от Happy Dogs.
Вот, так что, кому интересно, можете зайти на их инстаграм, посмотреть, заказать. Мы еще пока не пробовали. И еще ребята нам подарили со съемок вот этих вот классных снеговичков. Вы посмотрите, какие сладкие. Это у нас Гигви. Надеюсь, я правильно назвала. Вот, они участвовали в съемках. Кто не смотрел это видео, обязательно зайдите на канал. Вообще, у них просто чудесное, прекрасное видео. Кто не знает, мы снимались вместе с ними в одном из роликов. Ролик уже набрал более 1 000 000 просмотров. Вообще, супер классные ребята. До сих пор общаемся. И думаю, дальше будем общаться. И, возможно, мы даже снимем, а невозможно, я уверена, мы еще снимем какое-нибудь продолжение видео. Потому что сработались мы на все 100%, мне кажется. Спасибо большое еще раз ребятам. Ну, я думаю, на этом буду заканчивать этот влог. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обычно этого не говорю, но в этот раз решила вот вас попросить. Кто досмотрел до конца. Все, спасибо большое, всем пока.